В Москве гала-концерты и награждение лауреатов фестиваля «Звездные дети». В этом году конкурс стал юбилейным, 10-м. В нем участвовали спортсмены, танцоры, певцы, представители балетного и циркового искусства. Фестиваль особенный, он уникальный, даже не особенный, а уникальный. Потому что в нем в рамках дополнительного образования объединены все направления дополнительного образования, которые связаны с движением и музыкой. Гала-концерт тоже уникальный. Такого, наверное, еще никто не придумал, а придумал Департамент образования Москвы и Международная академия спорта Ирины Винер. Потому что это соединение культуры, искусства, спорта. Все соединяется воедино благодаря тому, что не только показательные выступления детей, отобранных на фестивале, но эти дети еще и учатся вместе со звездами спорта, со звездами художественной гимнастики, сценическому искусству. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру. Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код и смотрите 60 минут, когда вам удобно.